5 июля в приемную комиссию опорного Алтайского государственного университета подал документы 3000-й абитуриент. Приемная кампания 2017 года намного опережает темпы приемки прошлого года. Если в 2016 году на начало июля в АГУ были поданы документы о 10 победителей всероссийских олимпиад школьников, то в этом году поступать в госуниверситет пришли уже 13 олимпиадников. Максим Дробышев, окончивший с красным дипломом колледж АГУ по специальности информационной системы в экономике, стал сегодня 3000-м абитуриентом классического университета. Максим является участником и победителем нескольких олимпиад всероссийского международного уровня. Проходил олимпиады всероссийского и международного уровня. Одна из этих олимпиад – это олимпиада профессионального мастерства информационных систем. Это происходило в Москве в этом году. Там я занял первое место и также участвовал в олимпиаде международного уровня. Эта олимпиада называется IT-планета. Там в отборочном туре я занял второе место и первое место в Сибирском федеральном округе. Алтайский государственный университет является опорным вузом нашей страны, что не является просто пустым звуком. Также меня привлекает то, что здесь можно развиваться в научной сфере, добиваться каких-то успехов. И вуз в этом активно помогает студентам. А также после получения диплома Алтайского государственного университета нет особых проблем с получением работы. Это, об этом даже говорит статистика, я ее изучал перед поступлением. Я подаю документы на направление фундаментальная информатика и информационные технологии. Я хочу развиваться в этой сфере, особенно меня привлекает программирование. Ну и также участвовать в олимпиадах уже уровня университета, по возможности занимать призовые места. Мне хотелось бы поздравить вас с тем, что вы подали документы в Алтайский государственный университет. Но для вас эта дорога из колледжа университетского на математический факультет, она наиболее такая прямая, правда, да и понятная. И я думаю, что вы сделали верное решение, выбрав факультет математики и информационных технологий. Вот я вчера вручал дипломы, и все выпускники, которые закончили этот факультет, гордились, говорили, нам дали хорошие знания, и говорили, что у нас есть хорошая путевка в жизнь. Поэтому я думаю, что вы то же самое получите, самое главное, знание, и ваше будущее будет для вас удовлетворительно, принесет удовлетворение, вы достигнете успехов. Поэтому поздравляю вас с подачей документов в Алтайский государственный университет и желаю быть хорошим, успешным и студентом, который будет заниматься наукой, исследованием, образованием и достигнет всего того, что вы пожелаете. Спасибо за теплые слова. 3000-й наш абитуриент. Это, Иван Иванович, сколько? 1/3 от плана? Да, 1/3 от плана. Ну, а выпускаться вы должны первым, с красным дипломом. Хорошо. Через 4 года. Так, да? Так, вот декан точно слышит, заместитель декана слышит это пожелание. Успехов вам. Спасибо. Всего хорошего. Подарок. И я хочу сказать, что Максим Александрович действительно сделал правильное, принял правильное решение подать документы в Алтайский государственный университет. Так же, как и 3000 абитуриентов, которые перед этим сделали такой выбор. Ну а на математическом факультете там замечательный кадровый состав, преподаватели и профессора, и доценты. Там есть научные школы, есть возможность заниматься и наукой, и есть возможность в практике себя реализовать, найти потом хорошую работу после окончания факультета математики и информационных технологий. Поздравляю, Максим, и желаю, чтобы 1 сентября ты у нас был среди студентов. Ну, а это вот информация о нашем факультете. Здесь. Напомним, что приемная комиссия опорного АЛТГУ ждет абитуриентов по адресу город Барнаул, проспект Ленина, 61.